It's the most wonderful time of the year. Всем привет, с вами я, Лера Мелешко. Это мой влогмас номер 3. Это будет не просто влог, а целая неделя, из которых я брала фрагменты, которые думаю, что вам должны понравиться. Что ж, поехали. Мое утро началось с круассана и теплого чая. Мы с мамой купили для Буси очень классный рюкзак-переноску. Не знаю, как он к нему будет относиться в дальнейшем, но пока что вроде бы нормально. Я даже с ним один раз прогулялась по улице. А после рюкзака мы поехали в гараж за елкой. Она у нас состоит из трех частей. Для начала их нужно все соединить, потом расправить елку, а потом уже можно украшать. На этом таймлапсе мы с мамой расправляли каждую веточку елки. Это не самое мое любимое дело, но в принципе отношусь к этому нейтрально. Больше всего я люблю украшать елку. С этим мне помогала Даша. Сама елка у нас очень высокая, поэтому без лестницы тут никак не обойтись. Вот так она выглядит в итоге. Вешаю последний шарик и зажигаю гирлянду. И Буся, конечно же, тут как тут. Напишите в комментариях, понравилось ли вам украшение нашей елки. Небольшая часть видео с Бусяшей. Следующая по плану – это упаковка подарков. В этом году я решила воспользоваться очень оригинальным способом – купить крафтовую бумагу, распечатать наклейки, еще я использую белую и красную нитку, переплетаю их и обвязываю сам подарочек. А сейчас показываю вам все этапы упаковки подарков. А вот и самый интересный момент, завязываем бантик из красной и белой нитки. Если вам интересно, эти наклейки есть в моем телеграме, ссылка на него в описании. Их просто нужно сохранить, распечатать и вырезать. А теперь едем отдавать подарки, так как через несколько дней я уезжаю в Киев. На улице очень сильный туман, поэтому я называю город призрак. Первый подарочек отправлен. Произошел обмен подарочками. Второй доставлен. А дома у меня вот такая шикарная атмосфера. Эту гирлянду мне подарила бабушка, и она очень красивая. Ни капельки не жалею, что выбрала именно эту, и у нее все очень классные режимы. Эта гирлянда роз на тоненьком проводочке. Так как в начале видео я говорила, что этот влог сделан не из одного дня, в один из дней мы с Дашей делали печеньки. А делаются они очень быстро и очень вкусно получаются. Вначале мы сделали тесто, а потом начали вырезать фигурки. После того, как мы вырезаем фигурки, все эти фигурки обволакиваем с двух сторон в сахаре. И выкладываем на противень. И, кстати, заметьте, тут целая армия человечков. Thank you.
Ну а на этом моменте мое видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм, там я частенько публикую свои истории и жизни. Подписывайтесь на мой ютуб канал, а с вами была я, Лера Мелешко. До скорых встреч, всем пока!